по этой стороне пойдет. Ну, прогнозируемо. Никак не могут попасть в нужные снаряды. Качели она идет в гору, Эверест. При этом бежит бодренько вполне и, на мой взгляд, получает удовольствие от происходящего собак. Что немаловажно. А уж для тайского реджбека, тем более, они все-таки такие достаточно в себе собаки. Тут весело мчится, с улыбкой на лице.